Получить звание образцового художественного коллектива – это цель не из легких. Занимать призовые места на международных соревнованиях – одно из обязательных условий. Звание образцовое дается за то, что действительно коллектив на протяжении там, нескольких лет, 3-5 лет, пропагандирует то искусство, в котором он работает в этом жанре, первое. Второе, они обязательно должны быть лауреатом международных, всероссийских конкурсов, выступать на площадках города, нашего округа. Свое мастерство коллектив подтверждает регулярно. Недавно с международного конкурса «Жар птицы России» «Калейдоскоп» принес гран-при и 3 первых места. Дети с радостью посещают занятия, очень трудолюбивые. И только благодаря этому мы достигаем таких высоких результатов. И когда приезжаем на Россию, очень удивлены. Бывает подчас жюри, что сильные коллективы именно с провинции приезжают. Дарья занимается народными танцами 6 лет. В калейдоскоп захотела сама и теперь ходит каждый день. А победы на конкурсах дают ей вдохновение и силы двигаться дальше. Когда мы побеждаем, очень это волнительно, переживаю. Волнение перед выступлениями, потом награждение, впечатления, остаются воспоминания. Мне нравится народный танец, потому что в нем можно там разные вращения, дроби бить, там танцевать очень красивые танцы. Через 3 года калейдоскопу нужно будет подтвердить свое звание образца. Все это время они потратят на новые победы и достижения. Екатерина Балакина, Рамиль Аскаров, телерадио, компания «Юганск».